Он говорит, открой дверь, говорит, я цыган. Сейчас приеду. А это средняя, ты хочешь сказать? Нормально. Конечно. Устали, голубки? Устали? Поехали. Ну, быстрее. Да. Но... Поехали. Перед нами ливанская территория. Ну, мы будем хихоньки-хахоньки или мы будем фотографировать? Игорь, вот там я был. Да. Маме передал привет? Раз, два, секунду. Мы сделали это. Вот она, Манара. Терпи, терпи нам больше. Кошерная колбаска, что полагается? Я же не знал, что у нас сегодня без этого, без обедный поход. Ребята, как раз было некуда, надо уважение к старшим товарищам. Так вот, из уважения мы тебя оставили, видишь? Там, конечно, могли бы и послать бы. Честно, заслуженный квас. А я думаю, почему ближе к вечеру они размазанные становятся эти? Игорь, ребята, я хочу сказать тост. Подожди, подожди, Игорь, запиши. Я хочу выпить за Игоря. Ну, начинаем. Потому что без него бы мы бы, наверное, бы не собрались вместе. Ни раз, ни второй, ни третий. Я желаю ему долголетия, сил и выносливости, чтобы нас выводил как можно чаще. Смотри, Окра, застреляем-то! Не готов! Два, три! И... Ау! Тянально! Один! О! О! Ау! Ау! Три, да! Он бросал это там! Я понял, что такого быть не может. Как после вчерашнего? Хорошо. Туда-сюда можно лазить. Это почти слазить. Давай, давай.
Привет. Русалок нашел, да. Ощущайте, как можно ползать куда-то подождем. Мне казалось, что на таком велосипеде я рад тоже плавал. Это называется побегемотиться. Да. Ладно, как? Ну как был один? Мне на горбу тащила. Тебе хорошо, понятно. Встреча друзей после длительной разлуки и рискованного путешествия. А грузинов нету? Нет. Танюшка, давай попробуем рыбку. Давай. Ну что? Граждане, тунеядцы, алкоголики, кто хочет сегодня хорошо поработать? Мне тут еще наличные. А придется. Потом восстановить картину. Улыбаетесь? Доча рождения. У Марика, наверное, скрытый моторчик где-то. Может быть, там все-таки есть какая-то одна складка. Может, есть какой-то для тебя там какая-то фичка какая-то, что мы ее не знаем, может быть. Включил я. Это мотор, что-то такое. А, Марик? Спецсан едет. Хочешь здесь домик купить, не дура? Слышишь,
Коровья тропа. Знакомая история, да? Не, потом я прихожу с работы, мне говорят, не наливают. Вот, они туда не все скусили, говорят, знаете, выпили, знаете. Раз. Все. А потом выпили мы по ошибке выпили, все, остановились, где-то на бутылке стоят. Хорошо. Потом начали играть в карты. Кто проиграет, тот пьет. Я после двух игр обычно сам в карты не играю.